короче, ну вот, все это дело закончилось. Попал в эфир. Да, вот этот склад исторический, конечно. Тоже старый. Приоритетик. Родной пробег. Даже пленочка не отклеена. До сих пор голубая. Нюха. И вот еще молодой. 82-й год. 150 тысяч пробега. Дорогие друзья и товарищи оператора, это относится к вам, кто был на RDSGP в Красноярске. Возможно, кто-то из вас снимал мои онборды, либо ставил камеру снаружи на мою машину, либо снимал мои проезды на треке. Будьте добры, можете поделиться, пожалуйста, этими материалами, охота сделать бомбовый, крутой видосик, чтобы вас порадовать и себе что-то на память оставить. Если что, пишите в директ.